В начале августа древние стены храмов Макарьевского Желтоводского монастыря наполняет множество паломников. В обители вспоминают ее основателя, преподобного Макария Желтоводского и Унжинского. Он жил почти 7 столетий назад. Преподобный Макарий, один из столпов нашей русской святости, не только в те далекие времена его земной жизни, но и сегодня зримым образом помогает многим людям, их утешает, благословляет, охраняет. Мы сегодня в молитвах к нему обращаемся и спрашиваем его покрова, его заступничества, его предстояние пред лицем Божиим и спрашивать для нашей земли благочестие нашего народа. Призри с небесе Боже и вишь, и посети виноград сей, и утверди и его же насади, десница твоя. В монастыре сегодня находятся две святыни, связанные с Макарием Желтоводским. Его честная глава и древний образ с частицей перста преподобного. Ежегодно их несут во главе крестного хода, совершаемого вокруг обители. Для верующих Макарьев монастырь – особое место. Он несколько раз разрушался, приходил в запустение, но снова и снова за белокаменными стенами начинала звучать молитва. И тот, кто побывал здесь один раз, непременно возвращается в обитель. Состояние духа – это благодать, которая она сразу же чувствуется, как только буквально вот сходишь с автобуса и видишь эти купола, красоту, лица монахинь, монахов. Очень здорово, очень красиво. Все это для познания, для того, чтобы быть ближе к Господу через наших святых, которых, слава тебе, Господу, на нашей российской земле очень-очень много. Только на праздник приезжаем, иногда и зимой приезжаем. И вот друзья ко мне приезжали, мы тоже сюда привозили их. Потому что здесь очень место красивое, такое, не знаю, какое-то одухотворенное. Но нравится мне сюда приезжать, постоянно думаю о том, чтобы сюда вернуться. Какое-то такое вот ощущение есть, особого места, скажем так. Наша Нижегородская земля, наш святой. Наш земляк нижегородский, как же не приехать. Земля полита все-таки кровью. Сколько монахов погибло здесь. По этой земле просто пройтись, и то получишь такую благодать и заряд, можно сказать, на весь год до следующего Макария Желтоводского. Блеск арзамасских куполов сразу погружает гостей в добрую атмосферу старинного русского города. Уже несколько лет арзамасские купола еще и звучат. На главной городской площади проходит гала-концерт известного фестиваля православной песни. Только о добром и вечном, о мире и чистоте души поют участники этого концерта. Праздник в 7-й раз удался. Музыканты съехались с разных концов России и ближнего зарубежья. Ох, не было молодчика, славного налетчика, офицера смелого. Арзамасские знатоки песенного творчества могли познакомиться с участниками фестиваля уже на отборочных турах. Было кого послушать и полюбить. Вот лиричный и мягкий дуэт Ольга Петухова и Олег Минаков. Они приехали из Новосибирска. Поют вместе 3 года. Фестиваль «Арзамасские купола» считают одним из лучших конкурсов в России. Олег давно писал песни разных жанров, даже детские.
но однажды вдруг понял, что его авторская мысль особенно удачно развивается в конкретном направлении. Я понял, что у меня получается только православные песни. За какую бы тему ни взялся, все равно приходит к основе, к православию. Песня начинает рождаться, и это настолько здорово, настолько интересно. А самое главное, мы видим отдачу. Вот мы делаем концерты, и люди подходят абсолютно, даже бывают невоцерковленные и первый раз приходящие вообще на концерты, и говорят: мы думали, православная песня — это скучно, что это неинтересно. А нам, говорит, захотелось помолиться. И дают нам честное слово, что завтра пойдут в храм. Честное слово, что правда, даже так. Что без молитвы не остаться, от нас летящий к небесам, да храм как воздух нужен нам. Елена Ушакова – историк. Работает в единственном в своем роде городском музее боевой и трудовой славы Саратова. Отправиться на фестиваль ее когда-то уговорили земляки. Для Елены и теперь авторская песня – нечто очень-очень личное. Это всегда определенное жизненное решение. Нельзя спеть просто о куполах или просто о храмах и о крестах и быть равнодушным к вере, быть безучастным в храмовой жизни, в церковной жизни, не быть телом церкви. Это всегда слышно. Каждый, кто выходит к зрителю петь, его всегда видно насквозь. Каждая песня мирская, простая, но все-таки молитва за близких, за всех нас. Пусть она не по церковным канонам, но всякое дыхание да хвалит Господа. Возможно, особенно драгоценным кажется музыкальное обращение к людям самих священников. Отец Анатолий Першин – очень известный православный автор и любимый прихожанами батюшка. Настоятель храма святителя Василия Великого в Осиновой роще Санкт-Петербурга. Песня стала его способом размышлять и говорить о жизни с тех самых пор, когда он рос в Тверской деревне и все пытался понять себя. В молодых творческих поисках отца Анатолия был знаменитый ленинградский рок-клуб. Он и теперь не только удивляет прихожан своей искренностью на сцене, но всеми силами старается помогать молодым музыкантам. Моя сейчас задача – найти как можно больше талантливых людей, которые своим творчеством славят Бога. Существует пласт культуры, который сейчас не задействован. Его нигде не показывают. Слава Богу, такие вот есть фестивали. Для меня песня – это исповедь. Но песня может быть молитвой. Как у человека душа настроена. Можно вообще ничего не сказать о Боге в песне, а она будет вся пропитана. Пронзительная по своей искренности песня «Тишина храма» прозвучала на гала-концерте фестиваля. За ее исполнение жюри «Арзамасских куполов» присудило священнику Анатолию Першину диплом первой степени. Песня появилась, когда я был в монастыре, меня привезли полумертвого туда, и вот мое первое ощущение в монастыре. Я зашел, разруха, развал, и вот я шел по этому храму, а у меня ангелы пели в душе, понимаете. Я упал на мощи преподобного и плакал там о своей жизни. И вот это состояние мне запомнилось, я написал песню. Помози мне в тишине храма перед Господом стоять прямо. На страшнем, на суде грозном не соломой быть плодом лозным. Полина и Александр Андреевы из тех самых молодых музыкантов, которым помогает отец Анатолий Першин. Вот тот случай, когда плоды общего труда и радости приводят к общим победам. Полина и Александр завоевали на конкурсе «Арзамасские купола» гран-при. Когда вот начинаешь соприкасаться ближе с православием, это же очень глубокая культура православия, хочется как-то это выразить, например, на сцене, в советском обществе, как-то это передать. Но это же не передашь вот такими вот богословскими словами, тебя не поймут, а когда ты это в песню урожаешь, то ты можешь частичку того, что ты понял, попытаться передать людям. У нас есть даже пример, что женщина тоже вот как-то послушала батюшку, нас, и вот пришла в церковь. В историческом смысле православная музыка – очень древний жанр. Но так сложилось, что последнее столетие вычеркнуло ее из жизни русских людей. 7-й год фестиваль пытается определить точнее, что же это такое – песня православная. И результат есть. Этот фестиваль уникальный. И огромное спасибо Арзамасу и Нижегородской епархии за то, что существует фестиваль «Арзамасские купола». Здесь очень много исполнителей. И постепенно формируется, как говорят, формат. Самое приятное то, что растет новый репертуар.
что есть новые авторы, значит, новые песни, произведения, иначе все пели бы одно и то же каждый год. Я не знаю, где счастье прячется. Мы слышим и видим, но самое главное, что мы чувствуем каждого исполнителя. Мы стараемся, чтобы все было у нас честно, стараемся, чтобы выиграл сильнейший. Гала-концерт фестиваля каждый год становится не просто итогом творческого конкурса. На Соборной площади Арзамаса артистов и зрителей, гостей и организаторов объединяет любовь к России, к чистому и ясному русскому мелодическому строю. Здесь звучит только та музыка и слова, по которым скучает русская душа. Организаторы опять постарались. Кроме участников гала-концерта, солистов и ансамблей, зрители увидели фрагменты оперного спектакля, выступления арзамасских хоровых коллективов. Все арии и песни о России, о ее непростой судьбе. Способность нашего народа вернуться к своим корням, к своим истокам, есть залог не просто сохранения Отечества, а его приумножения и развития. Ой, родная Русь моя, Русь державная, ты лежишь в глубоком сне православной. Среди почетных гостей фестиваля не в первый раз был Никита Михалков, у которого к Нижегородскому краю долголетняя привязанность. Мне думается, что именно сегодня мы не должны дремать. Мы не должны рассчитывать на то, что оно как-нибудь само рассосется. Не рассосется само. И не дай Господь, чтобы когда-нибудь спели песню о том, что не нашлось никого, кто мог бы защитить и нашу страну, и наше православие. Думаю, что этот фестиваль – это одна из тех бриллиантовых капель в океане русской православной культуры. Его ждут. Из этих капелек состоит великий океан православной культуры и православия вообще. Великим своим заступлением гнев Божий от нас отвратил. Прекрасная особенность фестиваля конкурса «Арзамасские купола» в том, что на его сцену поднимаются и члены жюри. Протоиерей Геннадий Ульянич много лет пишет духовные песни. Он считает, что совсем нетрудно понять, что такое православное творчество. В советское время пели, не думая о секундах свысока. Это, в общем-то, православное пение. Можно не петь, не говорить о Боге, например, но подразумевать его. С Богом в душе о матери, о стране, о родне, с Богом в душе. И это тоже будет православная песня. И все же есть довольно тонкие детали в исполнительстве, по которым можно понять, православный человек на сцене или нет. Сразу видно, когда поют прихожане, батюшки, верующие люди. И когда поют неверующие люди духовные песни, они тоже их поют. Это сразу чувствуется вот во многом. Духовные песни – это та песня, которая наиболее приближена к Богу. Это песня рая. Рай – это там, где живут с Богом. И если они поют про это, об этом, в этом состоянии, то это песни духовные. За любовь, Богу ближним и душ должны... Прекрасным финалом «Арзамасских куполов» стало выступление дуэта из Белгорода «Братцы». Священники Вадим и Константин Качаловы на этот раз были долгожданными гостями фестиваля. А их песни «Просто любить» казалось было мало и сцены, и большой соборной площади. Просто